Жители улицы Гагиева в Барсуках ждут перемен. Точнее, они уже настали. Сейчас там вовсю ведутся работы по прокладке нового водопровода. Это делается по программе устойчивого развития сельских территорий по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии. Ну а дальше обещают разобраться с дорогами. Михаил Тангеев расскажет. Метр за метром экскаватор роет траншею для прокладки нового водопровода по улице Гагиева в сельском поселении Барсуки. Старая линия со временем пришла в негодность, поэтому частые порывы и отключения стали частым явлением для местных жителей. Ну а с наступлением жарких деньков проблема только усугубилась. Временные неудобства во время работ не помеха, уверяют жители. Куда важнее конечный результат. В 57-м году я не соврус. О, это док наш диктарыч. Протяженность улицы Гагиева 500 метров. Именно на такое расстояние и протянут новый водопровод. О его качестве переживать не придется. 110 миллиметров в диаметре и пропускная способность в 11 атмосфер обеспечит жителей нужным количеством воды. Живу я на этой улице 25 лет. За это время меняли один раз эту воду. Хотелось бы поблагодарить тех работников, которые сегодня эту воду меняют, так как каждый раз, когда меняли эту воду, создавались проблемы. Помимо укладки трубы, здесь также будут ставить колодцы, устанавливать гидранты и новые задвижки. Работы по укладке водопровода ведутся согласно программе устойчивого развития сельских поселений по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии. Труба чистая, она санитарная, чистая труба, специальный сплав для воды, для питьевой воды. После того, как эту трубу мы положим, скорее всего, да, по этой улице пройдет, асфальтирование будет эта улица. А труба – это гарантия 50-60 лет. После того, как мы заасфальтируем эту улицу, и местное население сами выйдет, придворье свои почистят, приведут в порядок, деревья посадят. Ну, будет красиво, чисто, аккуратно. Нет, вам не послышалось. После прокладки водопровода местные власти обещают заасфальтировать дорогу и привести улицу в порядок. Ну а перед этим еще нужно закрыть вопрос водной артерии. К слову, это планируют сделать уже в текущий четверг. Михаил Тангиев, Мэрбек Мержуев, Новости 24.